Я-то думал, как-нибудь в стиле стелса надо будет его снимать. Возьми оружие, оно тебе пригодится. О да, оружие я люблю. Автопушка. Автопушка. Автоматическая малокалиберная пушка с боезапасом в 100 снарядов. Обладает превосходной скорострельностью, хороша для затяжных боев. Подсади меня. Ну давай, я тебя подсажу. Спасибо. Кажется, я могу открыть ее с той стороны. Фига она такая быстрая. По-моему, я кое-что увидела. Рэд, сюда. Погоди, погоди. Я тоже хочу. Оп. Осмотреться. Что-то блокирует дверь с другой стороны. Попробуешь ее открыть? Ну, я так понимаю, наверх надо. Ой. Собрал и сломал. Будь проклят, Демичев, с его опытами. Нас осталось лишь трое. Почти не осталось пищи и боеприпасов. Невольно восхищаюсь этими тварями. Настоящие машины для убийства. Подумать только, чего мог бы добиться СССР, если бы опыты проводились под должным контролем? Запад лежал бы у наших ног. Так. Модернизатор. И что мы можем сделать? У нас 4,5. Так, чего же мы хотели тогда? Добытчик нет, вампиризм мы сделали. Шанс получения двух технологий вместо одной. Вот это, да. Так, подумаем сейчас. Заморозка. Импульс. Так, крепкое здоровье, увеличение максимального запаса здоровья. Энергетика, увеличение максимального запаса энергии. Так, железные легкие. Повышение эффективности аптечек. Мединвентарь. Улучшение оружия. Так, 500 не хватает. Давайте. Ой. Вообще вышел, что ли? Давайте, наверное, вот это возьмем. Так. Какую ячейку для снаряжения? Не понял. Так. Может, ты попробуешь? А, их еще и выбирать надо. Нифига себе. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас с оружием. Ой. Так, у нас есть 3, по-моему, технологии, да? Гломет можно даже улучшить. С чем? Давайте. А.
Дробовик мы, по-моему, усовершенствовали. Или... Кажется, что-то блокирует дверь с той стороны. Отлично. Ну, давайте как раз с этой пушкой ходим. Сразу урон увеличим. Пушка какая-то лежит. Аптечки маг... А, снайперская. Такс. Снайперская, раз она здесь лежит, значит пригодится. Давайте возьмем. Держите. А то. Так. Ух ты, ух ты, ух ты, там какой-то железный человек вышел. Отлично. Промазал. Сейчас, подожди, подожди. А, ну слушай, сама справилась, да? Нет? Не до конца. Ух ты, еще один. Ух ты, как ты сюда попал? Так, нет боеприпасов. Окей. Зарядка. Готов. Разброс у него, наверное, большой, поэтому так фигово получается попасть. Так. Ладно, не буду автомат брать пока. Спускайся, говорит. Что, мне спрыгивать, что ли? А, вон дверь. Снова какие-то записи. Набираем.
Убираем все. Подожди, что у нас? Не верь ей. Так, так. Не расстыковывай. Че? Стынуй. Разъемы под напряжением. Убери от меня свои грязные руки! Держитесь! Отпусти меня! Так, было написано «не верь ей». Теперь надо как-то с осторожностью к ней относиться. Так, элитные части спецназа экипировали. Чё? Не успел прочитать. Ух ты! Ладно, давай-ка еще раз. Ну, выходи. Держи! Сейчас я тебя нашпигую свинцом. Все? Так, здесь у нас ничего. Туда не пролезть. Ну, двигаемся. Опа! Отпусти меня! Я доберусь до вас. Снайперскую. Держи. Ну он хоть более-менее быстро перезаряжает этот пулемет. Не так, как обычно в играх бывает. Все. Наверху, да? Отлично. Стрелили ему руку. Здесь чисто. Боеприпасы, автопушка. Давайте перезарядим. Засранец, а. Ой-ой-ой-ой-ой, парень. Что ж так? Не все так плохо. А ногу надо подлечить. Опа.
просто в мясо. Куда ты там попал? Отлично, мы готовы. Дальше к бою. Ух ты, засранец. На. Вот тебе и элитный. Элитный спецназовец. Какая-то установка. А, это вот этот поезд, походу. Помогите! Заманал. Ай-яй-яй. Заряжаем. Погнали. Ух ты. Сранец. Да куда ты? Хотел. Отлично. Держи. Что, думаю, достаточно? Бегу, бегу. Ай-яй-яй. Так, давай-ка выходи. Держи. Думаю, достаточно тебе. Перезарядочка. Так, где там второй? Отлично. Так, теперь... Опа, там наверху. Готов. Отлично. Двигаемся аккуратненько. Дальше. Всякие вкусности. Давайте. Не верь, девчонки. Так, куда идти-то? Сюда.
Ай-яй-яй. Так, ребята, ребята. По... Помедленнее, помедленнее. Чертеж. Энергетический вампир. Пополнение запаса энергии МВП за каждого убитого противника. Да сколько вас там, а? Где ты? Еще и граната тут. Так. Движемся дальше. Вы не вели бы себя так нагло, не будь я связана. Ты не первый. Убить их. Ты как нельзя вовремя. Освободи меня. Ну вот не хочу. Развяжи меня, Ренка. Меня подсказывает. Меня что-то подсказывает, что. Спасибо. Что не стоит теперь этого делать. Ой, не стоило, мне кажется, это делать. Так. Биоформула, биоформула. Самооборона, уменьшение урона в рукопашной. Умелые руки, дополнительные чеки для снаряжения МВП. Столько всего находим. А прокачки ноль. Я последний из группы. Насколько я знаю, я единственный выживший на всем острове. Я попытался залезть на поезд, но огромная тварь раздавила его как жестянку. Придется идти к порту пешком. Тебе в аду, Демичев! Ты виноват в катастрофе и гибели людей! Давай, двигаемся дальше. Открывай!